Свыше 13,5 километров дорог приведено в нормативное состояние в столице Коми в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В основной части города отремонтированы отдельные участки на 14 улицах. В Эжвинском районе в нормативное состояние приведены участки на 5 улицах. Отремонтировали дороги и в поселке Верхняя Максаковка. Напомним, создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры в российских регионах – одна из главных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России.